В Дагестане все будет хорошо. С такими словами обратился муфтий республики на встрече с делегацией из дагестанских огней. Шейха посетили представители власти, религиозные и общественные деятели. Они обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия на благо региона. Некоторые люди меня спрашивают, а как, говорит, ты видишь будущее Дагестана? Без сомнения отвечаю, что хорошо. Вообще не сомневаюсь. Когда они вопрос задают, пока они последнее слово не высказали, я говорю, сразу хорошо. Дагестан хорошо будет. Я в этом не сомневаюсь. Глава города «Дагестанские огни» отметил весомый вклад муфтията в духовно-нравственное развитие региона, а также в сохранение мира и стабильности в Дагестане. Вам здоровья, 100 лет, чтобы дагестанцы, вот, чтобы чаще видели вас, на самом деле, вот, ваши подходы. Все переиначилось у нас в республике с вашими идеями. Дай Аллах, чтобы мы, Дагестан, больше, вот эти слова, которые вы сейчас вы сказали, чтобы кто-то в лес уходил, кто-то куда-то уезжал, чтобы этого не было. Для того, чтобы этого не было, вы во главе этого дела, вы стали и огромную работу в Республике Дагестан вы провели.